Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня я решил протестировать на запись две кассеты, которые еще не пробовал. Они довольно простенькие, с японского рынка. Первая кассета вот такая вот, обычная невзрачная стекляшка. Называется Keep. Длительность 74 минуты. Продавалась, скорее всего, в каких-нибудь супермаркетах, скорее всего. Хотя, кто его знает. Вкладыш не подписан. Сама кассетка вот такая вот тонированная. Обычная стекляшка. Скорее всего, в Корее делалась уже, я так предполагаю. Первый тип. Диагональные такие вот насечки на ракорде. Если сфокусировалась, вот посмотрим, как она будет записываться. Мотается довольно тихо, без тарахтения, как более старые кассеты. Потоку подмагничивания чуть-чуть уменьшилось относительно среднего уровня. То есть вполне адекватно откалибровалась кассета. いつの頃か
にしては育つの海を染める夕日も醜く歪んで死んでゆく。死んでいた朝に弔いの雪が降る、はぐれ犬の遠吠え、下駄の音きしむ、因果な重さ見つめて歩く、闇を抱きしめる蛇の目の傘ひとつ、命の道を行く女、涙は塔に捨てました。振り向いた川に遠ざかる旅の日が、いてた鶴は動かず、泣いた雨と風、冷えた水もにほつれ髪映し、涙さえ見せない蛇の目の傘ひとつ、恨みの道を行く女、心は塔に捨てました。縁のない言葉、恨みの川に身を委ね、女は塔に捨てました。Thank you.
茜の子守歌。
Thank you.
優しさは見えない翼ね、遠くからあなたが呼んでる、愛し合う人は誰でも飛び方を知ってるものよ。Ну, по-моему, кассета записалась довольно неплохо. Единственное, обнаружил я падение где-то на 2 дБ относительно входного сигнала после автокалибровки. Ну, это как бы не смертельно. При записи искажения не чувствуется. То есть там даже если до плюс 2, плюс 3 дБ идет входной сигнал, то нас не слышно на выходе искажений. Вполне годная кассета, хоть и самая, так сказать, наверное, из дешевых и не сильно известных у нас. Keep. Keep — это типа как хранить. Это keep для хранения. Следующая кассета, которую я хотел бы попробовать на запись, вот такая вот. Denon RE-120, тоже, судя по всему, из последних, конец 90-х или даже начало 2000-х годов, судя по всему, тоже корейского производства. Тоже обычная стекляшка. Без особых изысков.
мотается тоже тихо. А, кстати, не обратил внимания. Ну да, корпус все-таки разборной с винтиками, что удобно. Тоже ток подмагничивания чуть в минус ушел. Не удивлюсь, если лента там будет очень похожа по качеству на предыдущую кассету. Сначала запустим. Я так понял, перегрузку кассета не любит. Это сильная.泣かないで一人で、その胸に届け。
Oh, yeah.
通り素直なまま
誰より聞いた熱い夢見てたから目覚めて初めて気づく募る思いに世界中の誰より聞いた果てしないその笑顔ずっと抱きしめていたい季節を超えて優しい気持ちになる目覚めて初めて気づく儚い光に、wow! 世界中の誰より聞いた胸に響く鼓動をずっと抱きしめていたい季節を超えていつでも
We never really knew the changes love could take us through. All the way. I know how much you tried. All the same. You never stayed to see its ending. You wanted more to take of me than I own. But the life cup I gave to you, I don't know.
Вот мы закончили записывать кассету Denon RE120. Ну, вот по сравнению с первой кассетой, которая KIP, могу сказать, что падение у Denon меньше, примерно на 1 дБ относительно входа. Но зато у нее чувствуется небольшая перегрузочная способность. То есть, когда я записывал, вот пошла перегрузка, явно она была слышна на слух, чего по-хорошему быть не должно. Вот написано на кассете, что низкий шум, высокий выход и высокое качество. Это на Denon'е. Зато на KIP написано, как там написано, супер низкий шум, экстра динамический диапазон, то есть большой динамический диапазон, написано для цифрового аудио. То есть из вот этих вот двух кассет я рекомендую все-таки KIP. KIP пишется лучше, чем Denon, однозначно. А это Denon, ну какой-то он слабоватый. Может быть, виновато то, что тонкая лента, тонкий магнитный слой. Может, качество хуже ленты. Но KIP лучше. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.